Thank you.
соната для скрипки и фортепиано ми миноль Кёхи 304 вошла в сборник из 6 сонат, выпущенный в 1778 году в Париже с посвящением курфюрстине Пфальца и Баварии Елизабете Августе. Сочинялись они в феврале 1778 года в Мангейме и в начале лета в Париже без всякого заказа с чьей-либо стороны. Более того, ради этих сонат Моцарт отложил срочную и очень нужную в финансовом отношении работу над флейтовыми квартетами и концертами. Итак, сейчас прозвучит соната для скрипки и фортепиано «Ми минор Кёхель 304» в двух частях. Исполняют Кирилл Филатов, скрипка, и Сергей Терехов, фортепиано. Thank you.
завершает вечер фортепианный квартет ми-бемоль-мажор Кёхель 493. Нужно отметить, что Моцарт был один из первооткрывателей этого жанра в музыке. Квартет ми-бемоль-мажор будет состоять из трех частей. Большая просьба не аплодировать между частями. Исполняют Кирилл Филатов, скрипка, Евгения Попова, альт, Александр Кашин, виолончель и Сергей Терехов, фортепиано.